Дорогие друзья, приветствую вас на канале OpenDive. В данном видео мы представим вам маску производства компании Hollis M4. Что бы хотелось отметить, компания Hollis производит высококачественное снаряжение для занятий дайвингом, как рекреационным, так и техническим. Чем же интересна данная модель? При производстве данной модели была учтена технология Frameless, то есть отсутствие пластиковой рамки на стекле. Здесь присутствует только силикон, который напрямую напаян на само каленое стекло. Данное соединение является высоконадежным и, по сути, невозможно вручную или каким-то механическим способом без повреждения самой маски отделить силикон от стекла. Что же это дает? Преимущество заключается в том, что у нас получается очень малое подмасочное пространство, которое помимо комфорта при продувке дает высокий угол обзора. Часть, отвечающая за регуляцию ремешка, то есть сам механизм, вплотную зафиксирован на штифте на самом силиконовом обтюраторе, что дает возможность складывать маску максимально компактно. Это может вам понадобиться не только для транспортировки самой маски, но и для того, чтобы ее положить в карман как запасную бэкап-маска. Также стоит отметить, достаточно большой носовой карман позволяет без каких-либо дискомфортных ощущений продуваться и пользоваться этой маской. Как и при производстве любой маски, здесь в материалах использовано каленое стекло и гипоаллергенный силикон. Сам силикон является очень мягким, что повышает комфорт ее использования при длительном плавании. Спасибо за внимание и до новых встреч!